И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи Вескер. Ну а это Tomb Raider Lara Croft. И мы продолжаем. Надеюсь, вам нравится наше прохождение. Записываю несколько серий подряд, как вы знаете, по традиции. Но в любом случае буду рад читать ваши комментарии. Плюс не забывайте, что у нас все-таки премьеры. Поэтому заглядываю в чатик, ибо я там с вами тоже нахожусь. Я тоже читаю сообщения в чатике премьеры. Буду всем очень рад, очень признателен, ведь каждая ваша поддержка, каждый ваш лайк помогает продвижению этого видео. А чем больше продвигает их YouTube, тем больше людей его увидит. А чем больше людей увидит, тем нас больше становится на канале. А чем нас больше, тем нам веселее. Ну, конечно же, ребят, не забывайте про наши социальные сети. Ссылочки все на них в описании. Ну, а мы продолжаем. Учитывая, что тревожная музыка нам сейчас будет, наверное, задница мира. Так что готовимся, я не знаю, что будет впереди. Ну, точнее, я знаю. Нынешний я в настоящем. Но я вот нынешний вот этот. То есть... Я из будущего знаю, я этот не знаю еще, так что погнали. Так, погнали. О, солнышко рассвело. Прямо под стать тематике. Реально рассвело. Давай, Лара, залезай. О, катсценочка пошла. А, нет? Слишком тихо. Я тоже так думаю. Я тоже так считаю, что что-то тиховатое. Необычайно тиховато. Ну ладно. Даже бочек взрывных нет. Ой, красота. Есть еще желающие. Ну ладно, держите еще. Есть еще желающие. Получит достижение. Упс. Есть желающие еще. Подождите. Я могу это ломать? Даже любопытно. Или это надо задерживать? Я просто не знаю, что делать вот с этим. Так, надо, наверное, уходить отсюда, мне кажется. Отдыхай, паренек. Давай, давай, давай. Лети ко мне. Ты что ты делаешь, парень? Так, это нехорошо. Парни, собираем мы всех вас. Оу, о, Лисяу, буду тебя называть Лисяу. О, это нехорошо. Держи, пока. Нет, держись. Ты убила моих братьев, ты сдохнешь. Ты точно уверен, что ты этого хочешь? Мне кажется, они на вот... Ты что, что мне... Да, ты сам их убиваешь. Ну, держись. Это нехорошо. Держись! Даже что это за свободное падение? Так, на всякий случай нажимай на X. X это обычно крепеж на все времена. Лара.
аккуратнее, пожалуйста. Я пробахнулся. Я только сейчас заметил Б. Давай, едем. Вот. Погнали. У-ху. И водная гладь. Я уже думал, сейчас опять не будет тыкаться. Слушайте, а ты что, поехались? Освежо. Освежо. Оу. Эй, можно убрать воду с линз, пожалуйста? Кстати, где мы сейчас с вами? Безумная поездочка. Так, ну, это, понятно, в гробнице будет. Это гробница. То есть нам просто сейчас идти, да, прямо? Не переключаемся, да? Хорошо. Думаю, остальные спустились более легким путем. О, я тоже вот так думаю. Это только мы можем так. Это так полагаю сюда, да? О, это уже, по-моему, станция времен Второй мировой. Так, я на месте. И где же они? Отдыхают, загорают, ждут тебя. Может, орки уже устроили. Делают черненькую новую дочку. Или мальчика. Я делаю ставку на мальчика, но все равно. Так. Пусть продвигается пока что, буй. Детали для винтовки собраны. Нам винтовку сейчас скоро дадут, ребят. Значит... Там, походу, да, там залезать можно или что-то сносить. Но пока еще ничего толкового нету. О, кстати. С нами рядом тайник. Будет ошибка его не забрать. Я бы так не заметил бы, кстати, если что. Тут 15 тайников. Да ладно. Вот вся. Ну ладно. Если это вся локация. Подожди, а что тут у нас? Подожди. Ну-ка. 4 лагеря, 4 документа, 6 артефактов, 15 тайников, 2 гробницы, разоренные дольмены и минирование. Подождите, дольмены. Дольмены — это надгробия небольшие. Это я точно знаю. Ну, ладно. С дольменами быстренько разберемся. Не так сложно. Вот, вот, кстати, один перед нами, как видите. О, бочка пришла. То есть нам сейчас в любом случае, наверное, спускаться. Ну, вот сюда надо, потом обратно туда. Ну, вот это вот дольмен, по-моему, там перед нами. Такие вот... Небольшие зоны поклонения и... Как он... Для дробовика деталька собрана. Вообще красота. Так. А, это толкает, да? Типа. Ясно. То есть это буи, мне на них прыгать надо. Ну это классическая лара, мне это нравится. Ну реально, это классика. То есть они как бы сейчас сами встанут, как мне надо. Хотел я это сказать. Но, походу, я что-то не допёр, да? Так. Теперь... Вот сюда.
Вон там наверху, это дольмен, я так понимаю. Ну, такая своеобразная могила для товарища. Видите? Да, это дольмен. Это дольмен. Хорошо, разобрались. Ну, вот видите, мои знания очень хорошо пригождаются. Так, туда залезть мы не сможем. Внизу только кошмар. Ой. Движемся дальше. Ну, просто собираем, понимаешь, все эти вот дольмены, недольмены. Все понемногу изучаем, все понемногу находим. И, может, что-то и отмечается у нас дополнительно по пути. Тут, кстати, лагерь. Кстати, технически я могу как бы уже телепортироваться туда. Но лагерь у них внизу. Я так понимаю, это зона отчуждения и спокойствия. То есть здесь проблем как бы нет. Хотя мне кажется, вот я бы на месте Ларпы немножко призадумался бы над ролью Саманты. Ну, просто поймите правильно, Матиас прав. То есть здесь все дело в Кимика. Она... Не-не-не-не! Лара, чё ты торопишься-то? Реально, сейчас она спрыгнула, а не я. Ведь Матиас в каком-то смысле прав. Ведь именно из-за Кимика вот эта вся ситуация здесь. Что получается-то, если не разобраться с этой мистической ерундой, то у нас будет большая проблема здесь с задержкой. Легче помочь ему, чтобы выбраться всем. Ну, с другой стороны, Матис, конечно, тот еще псих. Но, опять же, подчеркиваю, псих с мозгами. Что еще опаснее? Я знаю, о чем говорю. Я же сам такой, в смысле. В каком-то смысле. О. А, разминирование это... Ясненько. Я в тебя выпустил целую охапку! А ему хоть бы что. Получено достижение крабовые палочки. Он сейчас сгорит и помрет. Я в тебя сколько уже стрел пустил? Ну иди сюда, кусок сала. Наконец-то! Живучий-то какой оказался! Мистер Крабс? Нет, ну чё, дают лишние очки, чем не пользоваться? Почему бы и нет? Пусть будет. А, подождите. Что я туплю? Трачу стрелы. Это же может... А, это же близко, это можно вот так поджигать. Это же близко, значит, можно вот так поджигать. Проблем не иметь. Тут можно делать переходы, переправы. Давайте искать. О, кстати, еще мина. А, давайте с пистолета. Где еще одна? Я уже хочу сразу все разминировать. Нет, ну пляж надо делать безопасно. О, вижу, вижу, вижу. Это ж мина, да? Правда, она далековато. Ладно, сориентируемся сейчас. Куда, во-первых, мне стрелять? Начнем с этого. Здесь есть зона... О! Летит? Должна.
но не идет. Ладно, тут я не вижу пока, куда прицеливаться мне даже толком. Значит, скорее всего, крепеж будет потом, я так понимаю. О! Тайничок нашли. Ха-ха, не свинь. О! Так, где еще... Тут, кстати, еще гробница есть одна. Давайте сразу сходим по ее душу. Сначала тайничок. Как я проходил мимо тебя, я не заметил, что ли? Ладно. Идемте сразу в гробницу заглянем. Свинка пусть гуляет. Древняя гробница. Не знаю, как по мне нормальная. Вполне современная. Черт, сейчас пока не могу. Нет нужного снаряжения. То есть здесь что-то еще прокачать можно. Вот это новости. Ладно, это уже мне нравится. Может, нам что-то сейчас новенькое дадут ему? Ну, просто по логике это последние карты, и я сомневаюсь, что нам потом нужно будет после, как бы, закончим игру, нам дадут только то, что поможет нам здесь... Ладно, извиняюсь. Было как бы глупо. О, еще дольмены. Сколько здесь свинок. Охотимся только в путь. Давайте пока пособираем все это дело. Просто реально на них охотиться хорошо, удобно. Не убегай. Вот и зачистили. Первый кусок мяса. Второй там гуляет. Не хочу упускать такую свиную возможность. Так, хорошо. Тут должны быть книги. Это книжная зона. Рот, знаю, ты считаешь, я слишком резка с Ларой, но у меня есть на это причины. Дорогостоящее научное судно с кучей народа отправляется к черту на рога ради ее невразумительных теорий. Лара должна чувствовать свою ответственность. Не говори, что это было твое решение. Мне иногда кажется, ты забываешь, что она себе не дочь, чтобы выполнять все ее капризы. Как еще объяснить то, что ты направил Эндьюранс в треугольник дракона? Скажи, что тебя на это подвигло? Да, признаю, она очень умна. Допускаю, что у экспедиции есть шанс на успех. Но грандиозные планы — это далеко не все. Ты не хуже меня знаешь. Такие предприятия никогда не идут по плану. Лара неопытна. И если дерьмо попадет на вентилятор, оно забрызгает всех без исключения. Так что пока мы живые и с горой добычи в трюме не ляжем на обратный курс, я не дам спуску этой девчонке. Ну, правильно. Рот, А, и здесь можно здесь уже прослушивать. Отлично, выяснили еще самую главную вещь. Выяснили еще одну вещь. Здесь можно просто прослушивать все. О, наконец-то патроны. Так, да, теперь возвращаемся, постреляем по минам. Вы знали, что я к этому вернусь, да? Знали. Если не знали, значит вы наивны. Так. Иди к папочке. Так, сколько у нас там патронов еще осталось? Один. Но этого не хватит. Чтобы уж полноценно. Мистер Крабс. Мы заберем всех Крабсов.
я не оставлю ни одного крабика. Я не люблю крабов есть, но... Лара, наверное, любит, так понимаю. Иначе как это все еще объяснить? Кстати, здесь есть вход какой-то, я не знаю. Или подъем. Она просто не может залезть здесь. А наверху есть ценность. Если просто никто не заметил, там наверху ящик. С материалами. Видите, лежит. Значит, туда как-то забраться можно. Привет, Чейка. Но я думаю, здесь еще будет возможность где-то все полазать. Что-то у нас еще есть. О! И в лагере что-то есть. Ладно. Ну, сначала давайте на береговой линии заберем все, что есть. Может, еще один дольмен по пути найдем. Ну, все же может быть, да? Все может быть. Так. Идемте сюда. Кстати говоря, может быть, вот это новое устройство, которое поможет открывать гробницы с силой, поможет нам и в остальных действиях. Почему бы и нет? Кстати, опять же, у нас же это... Новые достижения есть. Есть что сказать? Нет? Ну, идемте, прокачиваемся. Так, здесь мы 100% освоились... Ой... Ты куда? Вот, нам все. Так, здесь 100%. То есть теперь у нас только охотник остался прокачивать, да? Боезапас, тяжеловес. Вот это сейчас надо. Вот у меня лютая нехватка патронов ощущается. Лук. За использование стрел как оружие ближнего боя дают награды награды модифицируются при кресте прицела. Пистолет. Дистанция дает награды. При кресте модифицируется. Винтовка. Добивание с близкого расстояния. Не-не-не, вот сейчас будем прокачивать объем. Вы можете носить с собой больше боеприпасов. Вот это что, вот что-что, это сейчас самый такой важный навык, я бы сказал. Это реально очень важный навык. Без него просто никуда в нашем случае. Давай, открывай. Есть. Я что-то здесь чувствую. Что-то такое из далекого детства. Когда у моего отца случались припадки бешенства, мы с братом прятались от него, и он рассказывал мне сказку о русалке с рифа. Я помню этот непреодолимый зов океана. Мне хотелось убежать от всего и броситься в безмолвные воды. Когда я сейчас вижу прибрежные рифы, мною вновь овладевает это желание. Зеленые водоросли, колышущиеся в островах кораблей, это волосы русалки. Mm-hmm. А соленые брызги волн, бьющихся о скалы, ее слезы. Лара права, этот остров проклят. Тут обитает неистовая сила, которая ни за что нас не отпустит. Если случится худшее, я позволю русалке забрать меня. Я уплыву отсюда прочь и там, среди волн, повстречаюсь с моим братом. А, ну при этом не про... Ну, это в принципе логично. Понимаю, понимаю. Понимаю Иона. Согласен с Ионой, согласен. Подожди, и все? Целое помещение только ради одной книги? Несерьезно. А вот то, что наверху есть, это уже другой вопрос. Это мне нравится. А как мне наверх попасть? Будет... А... Или это ловушка? Ну-ка. А, все, вижу. Вот здесь, да, можно? Да. Ну, надо забирать эти тайники, как ни крути. Получено достижение залежи. Я что же, все тайники, что ли, открыл? Да быть того не может. Вы мне шутите, вы мне врете. У нас там еще, смотрите, сколько тайников-то осталось. О. Птицу вижу.
Дольменов вот не вижу, а вот катер вижу. Привет, ребята! Ну как, на шхуне дела? Лара, надеюсь, ты не будешь сейчас всплывать. Алекс пожалеет, что пропустил такое. Да. А где Алекс? Пошел на Endurance с инструментами для рейс. Иона, давай запускай. Это наш единственный шанс, верно? Надо рискнуть. Я рада, что ты с нами, Лара. Я могу помочь? Помоги Ионе. О, будем прокачивать силушку богатырскую на самуанские темы. Давай, тянем, 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 тянем. Черт. Тяжеловат? Давайте попробуем использовать систему блоков. О, я бы что-нибудь соорудил из пары шкивов. Вон там должно быть что-нибудь. Я посмотрю. Береги себя. Да уж, что-что, а система блоков реально поможет. Со времен Древней Греции помогала. Попробую починить эту крышку. Ладно, я разберу все это. Попробуем поднять мотор на трос. А мне что делать? Не путаться под ногами. Думаешь, они могут стрелять? Если почистить, почему бы и нет. А кое с вами? Они нам не понадобятся. Сэмми, осторожно. Эй, не только Лара умеет. Поосторожней. Простите. Не только Лара умеет. Успокойся. Ничего не трогай. Сэмми. Слава богу, тут нет зеркал. Я выгляжу ужасно. Но вряд ли ужаснее меня, Сэмми. Да ладно, вы обе красавицы. Ой, Иона, ты душка. Но такой врунишка. Да, все мы знаем, что рейс самая лучшая. Я так хочу отсюда выбраться, Лара. Мне не нравится это место. Не волнуйся, мы вернемся домой. Хочу послушать все диалоги. Ионе что-то нужно с того старого парусника? И ты туда пойдешь? Ну, конечно. Иона, есть что сказать тоже? Все сломано. Это рейс. Ну ничего, я починю. Знаешь, Лара, спасибо, что вытащила нас. Ну, ты бы сделала то же самое, правда? Не, да, накинула бы. Да, конечно. Да, я говорю, кинула бы. Почему ты еще здесь? Нам нужен текилаж, Лара. Потому что хочу с вами поговорить. Иона, ты последний, давай. Скажи что-нибудь напутственное. Как хорошо, что ты вернулась, Лара. Выберемся отсюда все вместе. Может, лучше сходить туда сейчас? Все сейчас будет. Скоро стемнеет, Лара. Иди сейчас. Да все сделаем, успокойся, Иона. Хочу взять еще хороший кадр со всеми вами. Жалко, что, конечно, она сейчас не выстрелит вновь. Это за такой бы эффект-то было. Хороший реально кадр этой картинки-то, ну вот для заставки. Ну я просто реально делаю эти кадры параллельно, ну мало ли что. Так, нам, конечно, туда надо, но сначала дайте я вот здесь осмотрюсь. Тут еще и свинки полно. Не хочется упускать. Просто очень много чего есть. Если я с одного выстрела попаду, она умрет? Да. А, это что за свинья-призрак? Немного необычно, но ладно. Допустим. Все может быть... Я хочу сначала здесь все изучить. Потому что сейчас, если я вот... Просто я боюсь, как бы если мы бы не стригернули здесь все. Нужно найти что-нибудь покрепче. То есть... то есть нас сюда не пустят в любом случае раньше времени. Кстати, смотрите, там ворота. То есть надо будет что-то еще открывать здесь дополнительно, получается. Это хорошо. Кстати, патроны дают. Прекрасно. Сколько там у нас?
есть гранаты, но нет патрона на винтовку. Как так бывает? Скажите мне, пожалуйста. Как так бывает? У нас есть гранатомет, но нет винтовочных патронов. Свинка не появляется. А, вот тут мы уже были, вот этой части были. А, вот и свинка. А, то есть, если ты на полную, то это работает. Хорошо. То есть, мощный выстрел, он реально убивает с первой попытки. Это хорошо. Осталось мало дичи. Теперь охота в этом районе будет приносить меньше. Ну, не страшно. У нас пока с этим проблем нет. У нас есть еще другие районы, где тоже можно поохотиться. То есть, я пока не переживаю. У нас есть два других района, где... А это предупреждение не играло особой роли. Тем более, у меня и так запасов этих сколько. Кстати, может быть, у нас какое-то новое улучшение появилось? Я просто не обратил на это внимание, мало ли. Нет, у нас все есть. То есть у нас... Полно ресурсов, понимаете? Но толк от этого ноль. Пока что. Ну и ладно. О, смотрите-ка, что открылось. Вот как тебя достать, зараза-то. А я даже не заметил этого сразу. Получается, мне нужно вот эту двигать, получается, по логике-то. Ну-ка, я могу еще двигать ее? Я могу залезть, но толку от этого немного. Мне в любом случае надо туда, а она не хочет поворачиваться нормально. А, подожди, там же на носу что-то есть. Может быть, если я потяну... Точно. Да, вы меня знаете. Я из тех, кто прям вот дотошно любит все собирать. Давайте вот сюда тогда. Серьезно, Лара, залезть на камень не можешь. Что это за Крофт, который на камень залезть не может? Так, давай с разбегу. Ладно, а отсюда получится? Да. Можно притянуть. Она сейчас придет к нам, пап. И это все. Давай, тянись. Поближе. Нам вот сюда надо. Надеюсь, не расходуются стрелы. Так, 22 стрелы у нас, да? Надеюсь, не расходуется.
так патронов немного, а тут еще и со стрелами возиться не хочется. Вот так. Все, теперь дорожка открыта, считайте. Все. Забрали, забрали. Опыт получили. Ну, просто это реально вот этот опыт дает, поэтому, ну, почему бы и нет? Так, якоря. Ну, дольменов я пока больше не наблюдаю. Пока что. Но все может поменяться в любой момент. Подводный дальмен будет, черт знает. Будет забавно, кстати. Потому что Лара так сама по себе отличный еще и пловец подводный. Предница. Ну. Прыгаем. Смотрим, кстати, здесь нет никаких мин. Буду очень рад пострелять, у меня пока есть такая возможность. Вон там, видите, мина. До нее получится добраться. Так, вот она. Если я в нее выстрелю со всей дури, попаду? А-а. Даже если захочу, не дотянусь, да, пока что? А-а, не дотягивается. А вот до этой дотягивается. Ну ладно, хоть с какой-то разобрались. Так, мне получается вот сюда, наверх. А некуда больше. Идемте наверх, поработаем крановщиком. Лара крановщик. Помощник крановщиком. Так, есть что-то поблизости у нас среди доплесуксиков? Пока ничего особого нет. Погнали! Так, ну вот это сейчас поблизости. Португальский. Ему больше сотни лет. Три патрона надо на уничтожение. Три патрона на уничтожение гребаной мины. Нет, с другой стороны, как бы понятно, она не для того, чтобы при легком контакте все взрывалось. Но все равно. Ну что, заглянем к Фрэнсису Дрейку. Аккуратно, Лара. Это еще кто? Они вооружены? Не знаю, дай подумать. Ты все молчишь. Брат, мы в ловушке, черт, что же делать? Черт, да заткнись ты, дай подумать. Что-то здесь не так. Сам же видел, с горы валит дым. Да, но это ничего не значит. Как стемнеет, пойдем. Стой. Не нравится мне это. Давай лучше подождем, когда нас сменят. Слишком долго ждать гребаной смены. Тут что-то не ладно. Так что собирайся, на закате уходим. Мы тут не одни. Я думал, они на меня среагировали, оказывается, не на меня. Давайте по-тихому. Это новый вид смерти. Мне понравился. Я хочу повторить. Хотя ладно, он записался так. Это еще кто? Да они вооружены. Не знаю, дай подумать. Красота. Слушайте, реально красивая смерть. Я не фанат топления, вы меня сами знаете. Ну, еще кто? Да они вооружены. Не знаю, дай подумать. Отцы все молчит. Брат, мы в ловушке, черт, что же делать? Да не паникуйте вы, черт, какой ловушки.
Дай подумать! Книга, если что. Что-то здесь не так. Сам же видел, с горы валит дым. Да, но это ничего не значит. Как стемнеет, пойдем. Стой. Не нравится мне. Давай лучше подождем, когда нас сменят. Слишком долго ждать гребаной смены. Тут что-то не ладно. Так что собирайся, на закате уходим. Да, Лара всех пост прибила. Вы что, думали, я буду с ними на переговоры ходить? Нет, конечно. Так, как бы туда можно перебраться, я так понимаю. Ну только поверху. А как мне залезть поверху? Так, точно не здесь. А, там и проход у нас нету. Где второй? По-тихому. Мы как Хитман. Берем и убиваем. Надо. Только так будет безопасно для нас. Так, нам туда надо. Как мне туда забраться? По оснастке не получится, она слишком хрупкая. Вот сюда разве можно попробовать только? И он буквально... Так, сюда не попадем. Так, давайте думать. Так, ясно. Я просто думал, она может здесь откинуться и зацепиться за верх, как вариант, но... Нерабочий вариант оказался. Это ее кто? Да они вооружены. Ладно. Не знаю, дай подумать. Нас все молчит. Брат, мы в ловушке. О, господи! Потратил куда больше. Ну и ладно. Все равно восстанавливается. Не страшно. Кстати, заметьте, они поменялись. Раньше был другой. Раньше был другой молодой человек здесь. То есть она может ходить по карнизу, но... Спокойно, Ларуся. Так. Мне надо попасть туда. То есть она может делать эти акробатические трюки, только вот смысла в них нету. В этих трюках смысла нет. Так, зачем она сюда может попасть, я не понимаю. Может, там есть какой-то проход дополнительный? Кстати, там вот что-то подсвечивается постоянно. Давайте осмотримся. Может, кстати, есть дополнительный заход наверх. Ладно, давайте залезем тогда наверх пока что. Не уверен на 100%. Там вообще, кстати, что у нас находится? Вот здесь артефакт. Но я думаю, они же не стали бы засунуть артефакт в такие места, из которых бы мы не могли бы ничего увидеть, так? Так. Значит, скорее всего, кстати, возможно, этот артефакт просто будет по сюжету идти впереди. Как бы это самая крайняя точка корабля. Нашла. Система веревочных блоков и лебедок. А под нами
Ничего нет, это хорошо. Ну да, вот и дорожка туда, куда мне надо. Забираем Лара. Теперь это поможет нам открывать гробницы, угадал? Пиратская жизнь отнеси. Ну да, конечно. Размечтался я. Черт, эта хрень сейчас развалится! Бежим отсюда! А я, погоди! Что же делать? Заткнись и спрячься! Что? Да, что? Нужна помощь! Я его стрелу остановил в полете. Давайте, молодой человек, вы последний. И загорелся. Вот так. Тихо и спокойно. Тут что у нас? Этим пользовались песцы китайского императорского двора. Коричневая нефритовая чернильница. А вот эта надпись сообщает о принадлежности вещи императорскому послу. Угу. То есть сюда, на испанском корабле, в Яматай, плыли к царице китайцы. Ну ладно. Нет, у них вроде флот на тот момент уже был в то время. Сука, гранаты. Слушайте, у нас прямо гранатный рай начинается. Ой, как подлагивает даже у меня, ребят, сейчас. Лодка почему-то к берегу прибита, не совсем понимаю. О, Иона ждет нас уже. Красота. Иончик нас уже ждет. Это вообще красота, это мило. Это очень мило с его стороны. Но сначала, да, вы меня знаете. Вы меня знаете. Я еще посмотрю на мины. Там вдалеке была мина. Может быть, до нее дострелять получится. Было бы здорово. О! Поглядите-ка. Хороший пароходик. Целенький, здоровенький. Нет, слишком далеко. А это буй. Ну, тут много чего можно поискать. Да, кстати, в принципе, если уж на то пошло, то все, в принципе, в доступности. Это меня радует. Ну, относительной доступности. Сейчас дадим Ионе, он дает нам ключик ко всему остальному местному провианту. Да, Иона? Ионыч! Молодец! Спасибо. И тебе спасибо. Шикарный дробовик. И мачет. Алекс еще не вернулся. Вот и ответ. Помогите! Это Уитман! Идиоты! Помоги! Он предатель, говорю я вам. Иона, ты слишком наивный. Сколько их? Не знаю. Вы ранены? Я никого не вижу. Наверное, я их спугнул. Как же я бежал. И даже не вспотели. Да. Я крепче, чем думал. Вы могли бы привести их к нам, как тогда, во дворце. Что? Все было не так, Лара. Они схватили меня, когда ты освобождала Сэмми. О чем это вы говорите? Они сказали, что только при этом условии оставят вас в живых. Я хотел вас предупредить!
Послушайте, вы двое. Мне все равно, что между вами происходит, но у нас на это нет времени. Рейс, он сейчас признался в предательстве. Что... Доктор, еще слово и клянусь, я сильно прорежу вашу белоснежную улыбку. Все, все, хватит. Если мы тут передеремся, все погибнем. Ты прав. И лишь поэтому ваши зубы еще целые. Мои или доктора? Я иду за Алексом. Где были инструменты? В машинном отделении. И будь осторожнее, Лара. Ладно, мы скоро вернемся. Мы? Что значит мы? Мы доктора берем? Правильно. Нет, не поворачивайся спиной к нему. Лара, постой. Возьми этот лук. Я его нашел и приберег для тебя. О, блочный лук! Из такого стрела что угодно пробьет. Ой, ёбыч! Блочный лук! Я в своей жизни только один раз из него стрелял. Мощная штука, говорю вам, реально. Композитный лук. Модификация оружия. Рекурсивный лук в композитный лук. Шикарно, шикарно! Что ж, ребят, давайте на этом с вами на сегодня закончим. Надеюсь, вам понравилась сегодняшняя трансляция. Ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал, Дискорд, ВК, ДНР, Телеграм, ссылочки все в описании. Композитный лук, блочный лук! Ой, я рад, я реально рад. Что ж, всем, Ионыч, еще раз большое спасибо, Ионыч, ты душка. Ребят, спасибо всем за ваши лайки, поддержку канала и поддержку этого видео. И спасибо за приятную беседу в чатике. И, потому что я с вами тоже вот сейчас буквально смотрю и слушаю это прохождение. Потому что сейчас все-таки рабочая неделя, но все равно я с вами. Что ж, ребят, ну а с вами был Альберт Веска, глава Umbrella Touching. Всем до скорой встречи и увидимся на вечерних стримах и на Лари Крофт. Каждый будет день в 10:00 по московскому времени. Вперед! Навстречу приключениям!